Итак, завершился на Красной площади парад. Ну и прямо сейчас вы можете видеть, как президент идет, общаясь с ближайшим окружением. Только что было любопытно посмотреть, вот и сейчас продолжается, вижу по картинке, что с Сергеем Шойгу что-то обсуждает. Что могут они обсуждать? Догадайтесь, потому что только что произошло, наверное, одно из красочных событий, которое в мае может происходить. Приглашаю нашего, по сути, соведущего сегодняшнего, вернулся обратно за стол. Да, вы заметили, наверное, что уже у нас пересменка произошла. Никит Пименов отправился греться на Ягубаев здесь, в газетном переулке. Алина Гилева, я знаю, что на «Правде» сейчас в нашей основной студии находится. Когда я говорил, что я хочу снова работать с Алиной Гилевой, немножко не это имел в виду, конечно. Продолжаем именно в таком составе. Сейчас не случайно нам показывают периодически трибуны с ветеранами. Президент определенно может направиться туда тоже, хотя и перед парадом он вновь традиционно подошел, пожал руки, знает лично всех тех немногих, кто до наших дней остался в здравии и приходит на парад на Красной площади. Но вот до того, как речь президента прозвучала, мы говорили о том, что сегодня это будет очень важный момент.